Я нарисовал этот автопортрет, исходя из своего бессознательного, о том, каких людей я вижу. Какая-то грубость, жестокость. Здесь показан правый глаз видящим, левый глаз слепым, так же, как и у меня. Черствость за живущими масками внешними, живыми масками. То есть маски живут, а за ними черствость и мертвечина, вурдалачество. Я нахожусь в Раменском, я художник Александр Алёнин. Если хотите купить картину, я пришлю вам ее через ДЭК, либо через почту России. Поставите под стекло, она будет храниться бесконечно. Формат А4 примерно. Хищнические вещи этого века изображены.